Академия биологии и биотехнологии имени Дмитрия Иосифовича Ивановского – ведущий центр биологического образования Юга России. История Академии ведет свое начало с Варшавского университета. На естественном отделении физико-математического факультета и на медицинском факультете работали в то время широко известные ученые-биологи. Один из них – физиолог растений Дмитрий Иосифович Ивановский, основатель вирусологии, в честь которого и названа Академия. Наша Академия вообще мощный научно-образовательный комплекс. Нам включено 4 научно-исследовательских института нейрокибернетики, биологии, биомедицинских информационных технологий, биохимии и геосферы. Кроме того, у нас имеется факультет биолого-почвенного, где 2 основных отделения – это классическая биология и почвоведение. Мы готовим специалистов по 2 направлениям – биология, очная-заочная форма, почвоведение, очная форма. Для поступления в нашу академию необходимо обладать такими, скажем, качествами и данными школьников, как любознательность. То есть, если у вас есть желание и интерес, то все остальное вы здесь получите. То есть, все знания вам дают преподаватели необходимые, практические занятия, литературу. Главное, чтобы у вас было желание. Насыщенный учебный план, сочетание биологических, биомедицинских и химических дисциплин, инновационные методики преподавания и квалифицированный профессорско-преподавательский персонал – вот что отличает Академию от традиционных вузов. Наши студенты проходят практику в ведущих НИИ Москвы, Санкт-Петербурга и Южного федерального округа. В Академии биологии и биотехнологии существует, собственно, как учебный непосредственно процесс, в ходе которого студенты изучают различные предметы, позволяющие им в конечном итоге стать специалистами в этой области. Но кроме того, конечно же, несомненно, сейчас делается упор на получение практических навыков. У наших студентов большие достижения не только в области науки, но и в области социальных, да, каких-то показателей, но и в области обучения. Они активно участвуют в различных грантах, имеют стипендии губернатора, стипендии президента Российской Федерации, активно участвуют в международных конференциях различного уровня не только в странах СНГ, но и дальнего зарубежья. Обучение для меня в Академии биологии и биотехнологии – это прежде всего высококачественные знания, это получение громаднейшего опыта, накопленного квалифицированным персоналом, и я надеюсь, что полученные мной знания и опыт, мои компетенции и навыки, они помогут мне в дальнейшем в моей профессиональной научной карьере. Учеба в университете для меня возможность получить самое лучшее образование, на мой взгляд, по крайней мере, а также возможность найти высокооплачиваемую работу по специальности. Университет для меня – это возможность расширить свой кругозор. Для меня биофак – это место, где мы можем провести самые увлекательные выездные летние практики. Для меня это огромные возможности по исследованию растений. Для меня это еще один будущий ученый для нашего мира. Для нас это весело и интересно. Для меня факультет биологических наук – это как возможность заниматься научной деятельностью, так и участвовать в творческой жизни факультета. Уважаемые абитуриенты! Приглашаем вас в нашу академию учиться, где вы сможете не только обрести по своим интересам те направления исследований, будущей работы, но и получить профессию, которая позволит себя и свою семью обеспечить материально и быть счастливыми долгие годы.